Если, катаясь по Токио, вы встретите Mercedes S-класса с тонированными стеклами, мой вам совет – убирайтесь с его пути. Темной стороной Токио, проституцией, крышеванием и тому подобным, заправляет организация под названием Якудза. Так вот, эти парни крутые. Эти парни отрезают себе по фаланге пальца каждый раз, когда совершают ошибку. Они как мафия, только круче. До недавних пор они ездили на Ягуарах, но сегодня почти у всех у них Мерс С-класса. И вот, борясь с соблазном спросить, смотрели ли они черный дождь и носят ли они пушки, я попытался придать своему голосу нотки безразличия и задал вопрос. Выбирая любую машину в мире, на чем они остановятся? Первым выбором будет Mercedes-Benz, а вторым – Rolls-Royce. Почему тебе нравятся Mercedes? Они хорошо собраны, и они очень мощные. Но почему у тебя руль слева? Так уж получилось. Я не искал специально машину с левым рулем. Как бы не так, Якудза скорее умрет, чем сядет в машину с правым рулем. Ездить на иностранной машине – это способ поставить себя перед другими организациями и другими компаниями. Успешные бизнесмены, директоры компаний и люди наподобие Якудзы покупают большие импортные машины, потому что в них больше места. Они вызывают уважение, и они более дорогие. А если бы я предложил подбросить его домой на своей Nissan Micra с ржавчиной на бампере и пустыми пачками от сигарет на полу, что бы он сказал? Он скажет лишь «большое спасибо».